Всем с вами Радио Тапок. Смотрю ролик до конца, где ребята из HyperPC разыграют компьютер в таком же дизайне, который они сделали мне. Погнали! Олег, предлагаю тебе вызов. Здесь находится 15 треков, абсолютно рандомных. И вот какой ты сейчас из них вытянешь, такой кавер тебе и придется сделать. Дюба. Прям сразу. Господи, хоть Балу Пугачева, хоть Балу Пугачева. Погоди. И что там? Ну. Все, у нас будут котлетки. Сука. А там все, да, одинаковые? Ты так написал? Там все такие? Здорово, начальник, начальник, привет. У нас тут тепло, котлетки в обед. Поторопись, начальник, ты что? Здесь хорошо, тепло и светло. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошками, нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки. С пюрешкой, с пюрешкой. Шахматы или виза? Сидим, коробочки клеим. Ну, давай, будь здоров. Встретимся на обеде. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошками, нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки. С пюрешкой, с пюрешкой. Ну что же, достаточно небольшой получился ролик, потому что мне попался такой оригинал. Но сейчас я вам расскажу про свой новый комп, который мне собрали ребята из HyperPC. И мы разыграем компьютер с точно таким же дизайном радиотапок, как и у меня. Я уже неделю тестирую этого монстра на VIDIA i30 90 и рабочий процесс упростился до нельзя. Монтаж моих видео в 4К перестал лагать, а рендер занимает считанные минуты. Теперь у меня очень тихий комп, и при записи вокала в комнате идеальный уровень шума. Компы HyperPC из линейки RTX Studio отлично подходят для любых задач, связанных с приложениями для работы и творчества. Тишина, стабильность. Скорость, стабильность. Ох. А если переключиться на второй драйвер под названием Game Ready, то можно никогда больше не смотреть настройки игры. Реально, приложение NVIDIA само все оптимизирует, и игра летает так, что можно даже не стримить на ультре без какого-либо дополнительного оборудования. Самое то, чтобы скачать Киберпанк и поиграть с трассировкой лучей на ультрас. А теперь конкурс. Чтобы принять участие в конкурсе, тебе нужно быть подписанным на мой канал, на канал HyperPC и оставить под этим видео комментарий с любым способом связи с тобой. ВК, Инстаграм, почта, что угодно. Через 2 недели на канале HyperPC на стриме мы выберем одного победителя. И он получит комп радиотапок в таком же дизайне, как и у меня. Все подробности под видео. Удачи и скоро встретимся.